Это спектакль о поэтах и писателях, которые прошли через Великую Отечественную войну. Одни погибли, другие живы до сих пор, но на их творчестве лежит печать военных лет. И вот один из военных поэтов, один из лучших военных поэтов, Семен Гудзенко, достался мне. Я его играю и читаю его, ну, правда, мне кажется, высочайшего уровня стихи о войне. Я могу вас попросить прочитать несколько стихов. Давайте не несколько, потому что у нас времени нет, а я прочитаю одно большое, хорошее стихотворение. Ну, представьте себе, что открывается занавес, и сзади красный свет, дорога, и на контражуре силуэт солдата с автоматом в плащ-палатке. Идет текст о том, что Семен Гудзенко, поэт военных лет, пришел к Оренбургу и первый раз сказал: «Я хочу вам почитать свои стихи». Он сказал: «Пожалуйста». И тот сразу начинает читать стихи. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв, и умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год! Ты вмерзшая в снега пехота, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо, а мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом. Из-под ногтей я кровь чужую».